По техногенным катастрофам, опять же, новости не смотрю, опять там где-то что-то слышал, что в метро что-то произошло, были жертвы, но не отслеживал и не интересовался. Но опять же, говорить о том, что это только у нас, это есть во всех странах, просто надо поднять бучу, что у нас это происходит. Ну, конечно, это по вине людей каких-то произошло, что техника не сработала, но другой момент, что, опять же, я скажу теми знаниями, которые я знаю, да, что мы сами создаем свою жизнь своими мыслями, да. Люди каким-то образом создали эту ситуацию в своей жизни, да, своими поступками, своими мыслями, своими желаниями, да, осознанно либо неосознанно. Как говорится в одной умной книжке, по делам вашим воздастся вам. Это все тоже туда, в какой-то момент в связи с этим отказывает оборудование, которое вроде бы работало, да. Ломается, что-то рушится, хотя вроде бы, да. Ничего просто так не бывает в этой жизни, не бывает случайностей. Вот. Но, безусловно, есть всегда кто-то, кто должен отвечать за это. Вот. Ну, это будет. Все равно будет. Конечно, надо. К сожалению, еще долго будет от невежества человеческого.